Идем дальше, друзья. Беседка номер 14. Здравствуйте. Здравствуйте. Как проходит ваш отдых? Как проходит ваша рыбалка? Замечательно. И рыбалка, и обед хороший. А за суп особенно спасибо. Очень вкусно. Мы называем это ухой. Мы называем это ухой. Так, что по рыбалке? Рыбалка замечательная. Поконкретней. На данный момент в улове? Штук 8. Хвостов 8, наверное, да? Навеска, борьба? Борьба замечательная, навеска, ну, огонь, навеска, есть даже трешка. Есть даже трешка, сейчас мы, естественно, посмотрим. Сегодня в приоритете у нее что? Чем вы за стол приглашаете? Либра. Только либра? Только либра. Только резина, да? Если вас не затруднит, пойдемте, покажете. Иван, сходи. Сходи. Садочек привязан вот таким вот канатом. Если не трудно, будьте добры, достаньте. Хотелось бы посмотреть на трешечку, которую немало мы запустили. Да, вижу. Вот она. Вот она какая красавица. Вы взяли трешку или? Вы взяли трешку на что? На либру. Либра. Да. По дистанции что скажете? Ну, метров 35-40. Метров 35-40. Ближняя 35-40, да. Ну что ж, неплохо пообедали. Хорошего отдыха. Спасибо. И ни хвоста, ни чешуи. Спасибо большое.